А как вы увлеклись вышивкой? Я сейчас расскажу. У меня был один приятель, и он говорит: Люда, все имеют хорошие картины, тебе тоже надо иметь. Я говорю: ну давай посмотрим. Мы пришли в один дом, такая огромная цена. Я и в руках не держала таких денег, чтобы заплатить за картину. А потом, я не знаю, это хорошая картина или же это копия. Я говорю: ты знаешь, Валь, я не смогу покупать картины сейчас. У меня денег столько нет. И мы поехали на Кипр. На Кипре я увидела вот как раз эту крайнюю картину. Мне это очень понравилось, и я решила купить эту картинку. Вот. И там заодно продавали нитки, конечно, дорого очень это стоило. Думаю, не дороже, чем эти картины, которые я видела. И притом я получаю от этого удовлетворение.